дорогие друзья, добрый вечер. Мы совершенно не рассчитывали на такое безумное количество публики для скромных казанских людей. И нам очень приятно и лестно то, что среди гостей такие люди, как Валера Степанов и Женя Лебедев. Сегодня будет много сюрпризов, и основной сюрприз — это прекрасная вокалистка, директор джазового усадьбы Сандецкого с всякими интересными песнями фанки во втором отделении. А сейчас я приглашаю на сцену, ну, я считаю, мега просто ритм-секцию. Для меня лично большое счастье и наслаждение каждый раз играть с этими людьми. Это Антон Горбунов. Петр Ившин. И на саксофоне у нас сегодня мой старый друг, приятель и великолепный музыкант Сергей Баулич. И мы сыграем произведение, которое оригинально было посвящено Антону Давидянцу, но поскольку в России на бас-гитарах здорово играют Антоны, так сложилось исторически. Вот. Другой Антон любезно соблаговолил сыграть этот трек. И вот, собственно говоря, колыбельная для Антона. Thank you.
спасибо огромное. Следующая композиция называется The Last Day of the Summer. Последний день лета. Написал только вот в сентябре. Буквально. Всего лишь один раз играл в Москве, в ЛС, это было месяц назад. Так что в Козлове первый раз играл в встречу. Thank you.
спасибо огромное. Вот такое тревожное ожидание осени и холодов бывает у джазовых и не только джазовых музыкантов. Антон Горбунов, Петр Рыжин. И в первой композиции с нами был неподражаемый Сергей Баулин. А сейчас будет немножечко настоящего шоу, так сказать, drum and bass. Я ненадолго удалюсь. Спасибо, вы самая лучшая публика. Мы вас очень любим. Thank you.
Thank you.
было как-то страшно сейчас выходить на сцену после такого, но мы все-таки рискнули себе жить. Да, конечно. Сейчас будет музыка Антона Горбунова, но уже... Thank you.
Thank you.
Thank you.
сейчас мы сыграем вещь под названием Dance of Rapunzels. Новая наша песня. Я ее написал буквально недавно. Эта вещь посвящается моим детям, двум дочкам, и называется «Танец Рапунцель». Thank you.
спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо, Валера, огромное. От тебя такое услышать, наверное, не каждый день услышишь. Спасибо огромное. Первое отделение закончилось, а второе отделение будет сюрпризом, потому что мы будем исполнять всякую английскую и французскую музыку на фанке. И вы много интересного и знакомого для себя услышите. Немножечко в необычном виде. И у нас в гостях, так сказать, в Москве, после большого перерыва, великолепная певица и великолепный джазовый промоутер Ольга Скепа. Дорогие друзья, я думаю, самое время продолжить. И на сцену приглашаются замечательные музыканты Антон, Петр, Сережа. И после очень долгого перерыва на сцене в Москве Ольга Скепнер. Thank you.
Еще одна песня, совершенно из другого репертуара. Я думаю, что автор музыки, композитор, вы отгадаете, и, собственно, певца. Thank you.
Спасибо. Это был Питер Гэбриэл, конечно же. И песня, которая для нас с Андреем стала каким-то особенным, наверное, соединением в музыке. Потому что, собственно, слова, величайшие слова, величайшая музыка, не сдаваться, не отчаиваться. Спасибо вам большое. И сейчас композиция Андрея. Он не знает программу, просто поэтому сидит вот в неведении совсем. Что играть? Так интересно. Это же джаз. Thank you.
зима. Спасибо. Еще одна композиция, инструментальная. Антон Горбунов, прошу любить и желать. Thank you.
композиция, которая сейчас прозвучит, вновь Мишель Легран, композиция с фильма одноименного, 1942 года. Этот фильм так и не был переведен на русский язык. К сожалению. Песня о любви, конечно.
Ooh.
I'm not afraid to
See you.
Приезжайте в Казань, у нас очень здорово, на самом деле. У нас фантастически идет фестиваль джазовый, не один фестиваль вообще идет музыкальный. Приезжайте к нам. Мы Москву любим, мы здесь жили, учились, работали тоже. Но мы не закончили нашу программу. У нас есть одна композиция с Андреем, которую мы исполняем в конце, как правило, сейчас вдвоем. Эту композицию мы посвящаем пианисту, безвременно ушедшему от нас, из Бьёрн Свенсен. Thank you.
Mm-hmm.